Всем привет, с вами Финфокс. Новичок Кардиффа, нападающий Эмилиано Сала, не добрался до Англии накануне 21 января. Вчера вечером футболист попрощался с бывшими партнерами по Нанту и вылетел на частном самолете в Англию. Однако примерно через час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров. Самолет так и не прибыл в аэропорт, после чего на его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей. Аргентинский форвард подписал контракт с клубом до 2022 года. Кардифф заплатит 20,5 миллионов евро за игрока, сделав это приобретение рекордным за всю свою историю. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 19 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 12 голами, а также стал автором двух результативных передач. Поисково-спасательная операция продолжается не в лучших условиях и пока результата не принесла. Перед началом сезона интерес к аргентинскому нападающему проявляла киевская «Динамо».